У Сартра есть фраза «Ад – это другие». Она такая полуфантастическая пьеса. Для многих людей, к сожалению, эта фраза становится лейтмотивом жизни. Мы вошли в мир, когда можно без других людей. И поскольку они перестали быть для нас жизненно необходимыми, потому что мы и без них прекрасно справляемся, сложилась такая ситуация, что вот этой внутренней потребности, связанной с выживанием для контакта с другими людьми, нет. И дальше требования к ним начинают возрастать невероятно. Они должны полностью нас удовлетворять по всем параметрам. Или нам проще без них. Вот это требование, на самом деле, к другим людям, чтобы они удовлетворяли нашим запросам, нашему видению, нашим ожиданиям, нашим ощущениям там, и так далее, оно и приводит к тому, что мы хотим, чтобы они были другими, чтобы они по-другому себя вели, по-другому действовали, по-другому мыслили, по-другому с нами коммуницировали там, и так далее. Это требование, чтобы они соответствовали нам, тому, чему мы хотим. Абсолютное, эгоцентричное такое требование. И его эгоцентричность очень легко понять, применить это к себе. Представьте, что вы тот человек, который должен полностью соответствовать кому-то другому. Что вы в этот момент ощутите? Вы почувствуете, что там все как бы слегка сошли с ума и будете категорически против такой постановки вопроса. Но сами регулярно ставите вы именно таким образом. Вот что такое переделывание других людей.